caressé. Ton bout du revers n'a rien de pervers et ton bébé n'est pas fâché. Ton gamma sutra a bien son tendage, mon Dieu que c'est démodé. Le nez plus ultra en ce paysage se démêle les deux côtés. Hey, ta majesté jamais ne te déplace sans ton petit oreiller. À jamais je suis ton unique classe, tout n'est que prix à payer. Tu fais des arts. Среди тысяч глаз мы с тобой повстречались взглядом, и сейчас далеко, я с тобою рядом. Снова я далеко, где-то ты ждешь меня и веришь, я верну. Ты откроешь двери. Ты мой ангел, ангел. Твое верное сердце хранит мой покой. Ты мой ангел, ангел. Снова я далеко, но ты рядом со мной. Ты мой ангел. Лишь твои глаза, и поверь в любви, лишь твоя улыбка у моей любви, нежность рук твоих.
Вы сегодня в торжественном зале свои руки друг другу подали, обещая пред Богом сказали: будем верны друг другу всегда. И услышала церковь святая ваши искренние обещания, как свидетель пред Богом она подтвердила все ваши слова. Платье твое подвенечное, чистое, пышное, белое, словно небесное облачко, сияет своей белизной. Пусть ваше сердце и ваша жизнь будут такими же чистыми, как это платье венчальное. Бог да поможет вам. Пусть ваше сердце и ваша жизнь будут такими же чистыми, как это платье венчальное. Бог да поможет.
события, которые они никогда не забудут, будут помнить день своего бракосочетания, присутствие церкви под помазанием Божьего Духа, Всевышней силы, которая будет являть вам свою священную милость, когда вечной любви. У нас сегодня брак, но без Христа он будет скучным и очень убогим. В молитве своей мы скажем нашему Господу, чтобы он пришел на это место торжества и нашей радости с низким поклоном, прошением и словословием, и скажем: Господи, если Ты благословишь, это будет славный брак. Ну, наверное, кто уже в брак вступал, знает. Это правда, знаменательный день, события, которые происходят в нашей жизни. Я помню день своего бракосочетания, 72-й год. Все, что осталось в моей памяти, страшно проливной дождь, ветер какой, знаете, штормовой, из Черного моря, мы в Атуме жили, срывала палатку, вот, а я был предельно счастлив. Рядом со мной стояла моя возлюбленная, и я хотел бы спросить у Саши: Саша, ты вступаешь в брачный союз с Кириллом. На каком основании ты хочешь построить свое супружество? На любви. На любви. Прекрасно. Ирина? На любви. Ты любишь Сашу? Конечно. Прекрасно. Ну хорошо, что любите. И мы рады, что вы любите друг друга. И пусть ничего не помешает вашему счастью. Любовь – это подарок от Бога. И тот, кто обладает любовью, тот счастливый человек. Ну прекрасно, хорошо, что вы любите друг друга. Ну, мы спросим у родителей невесты. Мама и папа, вы благословляете этот брак? Благословляете. Хорошо. С любовью отдаете дочь своего сына. Прекрасно. Родители жениха, мама, папа, что скажете вы? Благословляете брак? Вы в этом видите руку Божию? Вы благословляете этот брак? Слава Богу. И я готов иметь разновление, дать им наставление, чтобы они были счастливы под солнцем. Они потерпят кораблекрушение и вере. Они, у них вместе не будет ничего общего. Придет разлад на смену их любви. Может, что-то другое, какое-то чувство прийти. Пусть Бог хранит вас от этого. И потому есть свои принципы и законы. И вот апостол Павел такое слово дал. Коринфянам написано: а вступившим в брак, вот если вы не девочки говорили, чтобы они не шумели, а вступившим в брак, и я повелеваю, а не помните кто? А Господь. Вступившим в брак, не я повелеваю, я не повелитель, я наставление буду давать, а Господь. Бог вам дал любовь свою, сильное, глубокое, внутреннее, сердечное влечение друг к другу. Так, любовь сопровождается этими чувствами. Он дал вам. И на протяжении длительного периода времени мы выдержали, готовясь к брачному своему вопросу. И вот вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Послушайте его слова, его взгляд на брак. Подошли фарисеи, спросили, искушая его, позволительно разводиться мужу с женой. Он сказал им в ответ: что заповедал Моисей? Они сказали: Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ: по жестокосердию вашему написал сию заповедь. В начале создания Бог создал мужчину и женщину, сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, он сказал им: кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем и выйдет за другого, прелюбодействует. Категоричный ответ Христа. Вопрос брака. Хотим на небе быть? Да. И я вместе с вами на небе. А Слово Божие говорит, что блудники и прелюбодеи Царство Божьего не наследуют. Значит, знайте, верьте так, и примите слово от Господа. И говорит, что советуют вот так, как я, не вступай в брак, потому что вы будете иметь скорби по плоти.
Это правду он сказал или нет, братья и сестры? Правду. Скорби по плоти. Ты слышишь, Саша, что отцы твои и матери говорят, друзья твои, что ты скорби будешь иметь по плоти? Такова дорога, таков брачный путь. Теперь вы не двое. То есть теперь вы не порознь одни, двое. Поедино сливаетесь. Два характера. Огненные, строптивые, эгоистичные. Две личности на платформе церковной встретились. И пришли под лице Божье, чтобы Бог благословил два характера. В процессе жизни вы увидите острые зубы этого характера. Обязательно и под кровать не спрячешься. И на крышу не убежишь. Видеть будешь ты ее, а она твоих. Характер. Пока не пройдет процесс вашего обновления и освящения. В процессе всей жизни, пока не будет сокрушена гордыня людская и не сораспята человеческое эго на кресте, характер живет и сопровождает человека. И потому помните, при всем этом брачный вопрос неразрушим и нерасторжим. Вы знаете, если это любовь настоящая, она никогда не проявляет такого диктаторства, она не проявляет эгоизма, она настоящая любовь, она как Христос. Себя уже принесет. Ты слышишь? Вот она с характером, с отрицательными качествами. Ей 17 лет. Она только ступили ее ноги на эту грешную землю. Ты немножко старше. Вот прими ее такую, какая она есть. Обязательно. И Слово Божье говорит, повинуйтесь друг другу в страхе Господа. Ты понимаешь? Это ты будешь знать. Раз ты сказал, что ты уверен, что она для тебя от Бога, то это все капризы ее. Они от Бога, чтобы тоже тебя формировать. И тебя воссоздавать нового человека. Они помогут тебе лично увидеть самого себя. Это очень полезно. Так что повинуйтесь друг другу, страх Господь, жены. Повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть голова жены. Это правда, братья и сестры, что муж голова жены. Представьте себе, и полюбил тебя. Вот еще не за что любить, а у Бога уже любовь. Он полюбил. Вот так, говорит, мужья, любите своих жен. От этого, если вы так, как Христос, будете любить свою жену, вам будет хорошо. И ваши отношения друг с другом очень важны для вас, чтобы вы были Боге соделаны, умели умирать для себя, прощать ближнему, любить. От папы ушел и от мамы ушел. Другая голова. Бог так устроил. Голова рядом стоит. Но эта голова будет мудрая. Будем надеяться, хорошая. С Господом дружить голова будет. Повинуйтесь во всем, потому что муж глава жены. Как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем. Согласны? Во всем. Но. Согласны. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Вот ты представляешь, что такое, как Христос возлюбил церковь? Мужья, вот как Христос церковь возлюбил, так и своих жен. Не внешнее плетение волос, золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человека. А что это такое? Сокровенный сердце человека. И он там, папа Петр говорит, да, сокровенный сердце нетленной красоте, кроткого, молчаливого. Ты понял? Петр написал, не я придумал. Вот. Сокровенный сердце человека, нетленной красоте, кроткого, молчаливого дома, как с невышнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было препятствия в молитвах. Наконец, будьте единомысленны, сострадательны друг к другу. Вот. Помните, за вами будет наблюдать Господь. Ангел,
Страх Господен прибавляет дней. Слуха же и будет. Страх Господен – это источник жизни. Страх Господен научает мудрости. Со смирением следует страх Господен. Вот будешь смиренного духа, в сердце будет страх Божий. А если будет страх Божий, обязательно в душе твоей будет обитать Божья мудрость. Мудрость не человеческая, а божественного происхождения. Мудрость, которая чиста, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Страх Божий оденет тебе прекрасный венец на голову. Не такой, какой у тебя сейчас на голове. Он красивый, и ты хорошо в нем выглядишь. Но страх Господен оденет вечный венец славы со славными диадемами на голове, на которых ожидает их трудности, испытания и скорби. Но Бог желает вас видеть плодовитыми лозами, хорошими, боящимися, любящими Господа, стремящимися к правде. Кто хочет вступить в брак, дорога открыта. Все могут, но есть определение Божье и предназначение брака. Не только для наслаждения. Это Бог дал и не отнял от человека, но и определение продолжить род людской. Согласны? Прекрасно. Пусть Бог благословит вас. И вот вы выслушали мое краткое наставление. Кратенькое. Дальше вы будете читать Слово Божие. Слово Божие советует, да не отходит книга сия от уст твоих, получается в ней день и ночь. Будешь здравомыслящим человеком, преклоняй колени перед Отцом Господа Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. И тому, кто действующую в вас силой, может сделать несравненно больше, чего вы просите или о чем помышляете, тому слава в церкви во все роды от века и до века. Аминь. Аминь. Мы благословим молитвою наших молодых. Молодые склонят колени свои перед Богом, перед алтарем вечной славы, а церковь встанет на ноги свои. И Бог, я благодарю Тебя и славлю за этот день чудесный, Господь, который Ты благословил. Благодарю Тебя за друзей, которые пришли сюда разделить нашу радость. Господь, слава Тебе за все. Господь, благодарю Тебя, доченьку мою, Господь, что Ты даровал мне дожить до сего дня, Господь. Благодарю за Сашеньку, Господь, что Ты дал мне друга жизнь. Слава Тебе, я благодарна Тебе, Ваше Иисус. Ты такой добрый и милующий, что их призвал, нашел, Господь, оправдал, омыл кровью Своей святой. Благослови их ныне, в этот день, Господь, на всю жизнь, Господи. Возложи руку Свою милующую, Господь, чтобы они, Господь, чувствовали Тебя в своей жизни, чтобы имели страх, Господь, благослови их дом, Господь. Наследие благослови, Господь, чтобы все было от Тебя, Господь. Помоги им сохранить свою любовь до конца жизни своей. Дай нам всем мир, Господи, любовь сохранять в душах наших и между нами, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за новых наших родных, Господь, что Ты даровал нам, Господи. Помоги нам любви и мире жить, Иисус. Я прославляю Тебя, Господь, за все, что Ты даровал для меня, Господь, жизнь. За все прославься, вечный Бог, Отец и Господь. Аминь. Как Бог благословит, я буду благословлять. Аминь. В этот час благоприятный, солнечный и добрый, когда Ты, Господи, собрал нас всех, не прерывал никого из нас жизни. Слава Тебе! Слава. Господь, Ты велик, Ты добрый, Ты богат милостью. И ныне, Господи, не по делам нашим, по совершенному, Господи. Ныне, Господи, деточки наши перед Тобой, они нуждаются в Тебе, Господь, в Твоей поддержке, потому что впереди неизведанная дорога.
Господи, один ты знаешь, что им придется перенести. Господи, а я знаю, что если они это следуют жизнь вечную, он пройдет суровой дорогой. А ты знаешь, Господи, как дать им силу и пройти этот путь. Именем Твоим благословляй, деточек наших. Господи, добры они в Божьем месте, прошли свою дорогу в любви и мире в согласии. Боже, пусть страх Твой божественный постоянно охраняй. Господи, везде и всюду, а мы лучше сделай свою работу. Один Ты знаешь, прошу Тебя, пусть Боже благочестие сопровождает, Господи, их не сердца, а также, Господи, прошу Тебя, дабы верность Тебе прежде всего во все было, дабы не служили Тебе без развлечений. Господи, умоляю Тебя, Господь, благослови, благослови. Аллилуйя, вечный Бог, аллилуйя. Верю, Господи, что Ты благословляешь и благословишь. Аминь. Велик Создатель дал. В это время Господь дал возможность вместе собраться. Господи, Ты собираешь. Благодарим Тебя, что Ты любишь народ наследия и собираешь, как птица в сердце, как крылья Твои, чтобы утешить каждую встречу и запитать силы Твои. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты посылаешь нас. Еще одну дочь. Благодарим Тебя, Господи, что Ты любишь наследия Твои, Ты укрепляешь, укрепи их, Господи, сердце, Саша. Лучше, Господи, как мы сами, Господи, читай, сколько Ты провел в нашей жизни, то Ты, Господи, благословил. Как просим, молим Тебя, Твое благословение. И что в них родители Ты нам дал, Господи, то дай нам, Господи, благословение. Также, Господи, почитай друг друга, люби друг друга и прославь имя. То есть, выйди на помощь нам, чтобы не было горда, я во всем был прославлен. Укрепи каждое сердце, послав с неба, и все это служение, Господи, благослови, поручай в руки Твои святые, а Ты сам управляй и до конца дней жизни нашей, руководи нашими сердцами, за всю любовь мы будем благодарить и славу достойно создателя Твоего Духа Святого. Аминь. Господи Боже, слава Тебе за жизнь, Господи, со славу, что дал жить до этого прекрасного дня, Господи, слава Тебе. Слава Тебе за все благословения в жизни моей, Господь, слава за милостью, Господь, слава Тебе за Духа Святого, потому что Ты всегда был со мной, Господи, водил меня, Господь, Господь, слава Тебе за милости, Господь Иисус. Хвала Тебе, что Ты мне даровал такого прекрасного человека, Господь, слава Тебе, Господь. Слава Господь Иисус, прошу Тебя, благослови нас, Господь, благослови милости, Господь. Дай мне быть мудрой женой, Господь, дай мне быть смиренной, устрою дом свой, Господь, Ты благослови нас. Слава Тебе, Господь, Бога, Господь, Ева, всем, Господи, аллилуйя Тебе, когда я вас продлю. Аллилуйя Тебе, Христос, я благодарю Тебя за все, Господь, Боже, сохрани нас в своих руках. Води нас всегда с собой, Господи, Иисус, я благодарю, Господи, милый, благослови нас вместе. Благослови нашу жизнь, Господи, никогда не уходи, води своей мудрой рукой, Господи, хвала Тебе, Боже. Аллилуйя, слава Тебе, прошу, Господи, благослови, Господи, прибудь с нами всегда. Благослови нас и деток, Господи, прошу, Господи, аллилуйя Тебе, канарева, сараналя, ревели, сараналя. Благослови нашу семью, благослови, Господи, дай Тебе, Господи, благослови нас, Господи, аллилуйя, аллилуйя Тебе, слава. Господи Иисус, помоги мне, Господи, все слюбить эту новую мою честную семью, Господь. Дай мне их взять, как своих, Господи Иисус, аллилуйя, славлю, что ты таких прекрасных мне подаровал, что, Господь, что они такие добрые ко мне, Господь, что за собой. Прошу Тебя, Господи, это мудрости, Господи,
Да ты же сильный жизни, Боже. Мудрость и сильность, Боже. Дабы прославлялось Твое имя, Господь. Чтобы была польза церкви, народу, Господи. Дабы прославлялось Твое имя всегда и на всяком месте, Господь Иисус. Прошу Тебя, благослови нас Твоим, Господь. Мы нуждаемся в Твоем благословении отцовства, Господь. Мы просим Тебя, Боже. И по делам нашим, Господи, но по милости Твоей, благости Твоей, Царю Божьей. Мы просим Тебя, Господь, это день Божий, когда мы будем сочетаны, мы будем одной семьей, Господь. Мы прошу Тебя, Боже, дай нам любить друг друга еще крепче до конца своей жизни, Господь. Дабы Ты был прославлен, Господь, все мне всегда, Господь, в этот день, все, что будет прославлен, Господь. И благослови, Господь, благослови тех, кто пришел сюда, Господь. Благослови каждого из них, Господь, в протяжении всего этого дня, Господь. Благодарю Тебя за любых родителей, Господь, за новую семью, которую Ты поставляешь к нам, Господь. И прославлять Твое имя, Господь. Благодарю Тебя за родителей, которые воспитали меня, научили меня, Господь. Быть в Тебе, Господь, порицать меня, Господь. Так это не будет за меня, Господь. Дай мне Тебя вместе, Господь. Так это не будет за меня, Господь. Дай мне Тебя вместе, 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 Господь. Научи меня, Господь. Дай мне Тебя вместе, Господь. Чтобы Ты был христианин, Господь. Иски меня, Господь. Не бойся меня, Господь. Тебечная и любовь неземная, да прибудет благословение Аллилуйя. Устрояй Бог духовный, священство святое. Устрояй эту семью, устрояй эти души, соединяя воедино, как монолит Твоего Царства. Аллилуйя, слава Тебе. Через их жизнь прослав Твое имя, Тебе мы нуждаемся. На Тебя мы уповаем, возводим очи наши туда, откуда приходит наша помощь, помощь наша от Господа, сотворившего небо и землю. Саша и Илья, да будут благословенны Тобою по милости Твоей. Мы приносим поклон и благодарность Богу жизни, Отец, Сын и Дух Святой. Итак, Ирина и Саша, сегодня я объявляю вас, ваш брак законный, вы являетесь мужем и женою, и так, что Бог сочетал, того человек, да не разлучает. Поцелуйте друг друга. Реки, громче музыка играй. Молодых здесь в этот вечер от души благословляй. Обручальное колечко, это вам не просто так. Сердца грустились навечно до пришествия Христа. Обручальное колечко, это вам не просто так. Христа. В этот славный день венчания так приятно вместе быть. И одно у нас желание, пусть вас Бог благословит. Боже наш, пусть мир радует.
радость, в доме наших молодых никогда не исчезают. Иисус хранит их обручальное колечко. Это вам не просто так. Сердца грустились навечно до пришествия Христа. Желания льются реки, громче музыка играй. Молодых здесь в этот вечер от души благословляй. Обручальное колечко, это вам не просто так. Сердца дух слились навечно до пришествия Христа. Своих дней. Пусть легкий ваш путь будет устлан
Миша, Ира, я вас поздравляю с вашим днем. Я очень счастлива. Да, я очень счастлива, что могу быть у вас дружкой. Все классно, погода классная, съемщик классный, дружок пойдет. В общем, я желаю вам счастья, любви, чтобы у вас медовый месяц был всю жизнь. Чтобы Алекс был обалденным мужем, а Ира послушной женой. Ну все, bye, good luck. Ира и Саша, пускай Господь благословит. Служите Ему, главное, любите друг друга, поступайте за друг друга всегда. Спасибо, что пригласила меня к себе, дружка, на свадьбу. Про нас не забывайте. Про нас не забывайте, да, конечно. Вот гости приглашайте, 100%. Ира, приглашайте, да, не столько зовите. Да. Ну все. Ну все. Ирочка и Саша, желаем вам всего самого-самого хорошего. Много-много деток и любви, и счастья на всю жизнь. Ира и Саша, я желаю вам много счастья и много деточек. Есть. Желаем вам. Парень молодой, жить на свадьбе золотой. Саня, желаю все то, что же, что и другие, самое больше счастья, любить друг друга и во всех трудностях. Самого лучшего вам счастья и всего хорошего. Много детей и мудрости. Желаем тебе хороших, красивых детей, близняток, лучше было. А то мало в кого близнята есть. И счастья, радости. Я желаю то же самое, чтобы все. Саня, желаю тебе всего самого лучшего. Ну, все самое лучшее я себе желаю, тебе после меня. Я думаю, хватит с тебя. Thank you.
безмерно благодарны Тебе, что мы можем быть собраны вместе пред величием Твоим, Господь, и пред обилием столов, которых Ты накрыл для нас, Господь. Мы благодарим Тебя. Пусть этот веселье, Господь, этот праздник нашей жизни, Боже, будет благословен Тобою. Эту пищу благослови, принимающих ее. Благослови. Твое имя пусть будет прославлен наш Бог, Отец и Дух Святой. Смешно! Мне ладони и благоухает летний сад. В небе тучи, как лихие кони, в тихом вихре пони кружат. И пускай на улице ненастье, даже тонут в лужах башмаки, мы пойдем с тобой дорогой счастья, и шаги окажутся легки. Человеку на свете надо очень немного. Свежий воздух и солнце, и хлеб, и вода, и кристальный рассвет, и прямая дорога, вот чей дом и лазурная в небе звезда. Человеку на свете надо очень немного, на земле можно счастье и в малом иметь, всей душой полюбить всемогущего Бога и Ему свою жизнь словно песню пропеть. Но все же жизнь подобна шахматной доске. Вот опять задумчивый прохожий, торопясь, проходит вдалеке. И, конечно, в этой круговерти будет думать только о своем. Но мы, счастливые, как дети, подождем, тихонечко споем. Человеку на свете надо очень немного. Свежий воздух и солнце, и хлеб, и вода, и кристальный рассвет, и прямая дорога, вот чей дом и лазурная в небе звезда. Человеку на свете надо очень немного. На земле можно счастье и в малом иметь, всей душой полюбить всемогущего Бога и Ему свою жизнь словно песню пропеть.
Thank you.
радостя не мука. Смотрите Господу в глаза, когда меня будет обидел, кто сказал, я подошла к Христу поближе. Иисуса сила свыше, когда жена твоя устанет и не поднимет глаз своих, из промедления сердце станет, проломи пусть за вас твоих, и небосвязи понимает, и не навстречу не глаза, и совет не сыхает. Когда пожелания льются рекой, чтобы были всегда вы счастливы. Ирочка, будь доброй женой, взгляд очей пусть всегда будет ясный. И для мужа души будь всегда ты душой чуткой, любящей, нежной, прекрасной. А ты, друг мой, бережлив быть к ней всегда. Бойся сосуд любви ты разбить, не обидь же ее. Не кричи никогда, но сумей лишь любовью примить. Нет на свете прекраснее плена любви, что двоих сердце душу пленяли. Нет на свете прекраснее радостней, ведь сам Бог среди них пребывает. И желание мое, так сумейте, друзья, вы все годы на свете прожить, чтобы с плена любви не смогли никогда вы друг друга освободить. С любовью, мамы. Это же мы продавали. Красотой лучше ей привлекая, а как скоро уходит она, так недавно любилось лето, детство, школа, знакомство с Христом, жизнь интересней, чудесная победа, где мечтает на сердце вдвоем. Беззаботное детство промчалось, полетела птицей над тобой, и тогда, знаю я, показалось, что всегда будешь ты молодой. Но летят эти годы так скоро, прямо с рук ускользают твои, будто волны гулящего моря проплывают, скрываются в ней. 17 лет пролетело и устало, эти дни еще плыли над тобой. В эти дни ты кого повстречала, кого любишь чепецкой душой. Полетят дни опять незаметно, уходить будет юность твоя. Только знай, что лишь он неизменно, твою юность продлит навсегда. Что знать тебе в это лето, счастья ли года, богатства, добра? То, что мерзость пред Богом видение, то, что соль для тебя всегда. Я хочу, чтоб святые молитвы не здесь, не пристану к концу, чтоб даже через скорби и битвы он привел в пустотую страну. Чтобы прежде всего в этой жизни Царство Божие искать,
вечного. Хочет Бог тебе в руки отдать. Он тебя никогда не оставит. Если сердце ты вручишь ему, все он даст, там не нужно наставить. Жизнь сей он помощник всему. Перед тобой лежит путь дороже. Путь скитания на линии скорбей. Пусть Бог этот путь твой нелегкий. Сам направит к жизни святой. Счастья вам желаем в жизни много, и желаем нам любви большой. С вами пусть пойдет и всю дорогу, поможет вам во всем мире.
чудесная. Ей больше не создать уютного гнезда среди шумящих милых камышей и не услышать больше никогда веселый писк пушистых малышей. Но не одна она страдала, рядом с ней был славный верный друг, поверенный родами, делящий трудности земных суровых дней, не в силах будущей утраты пережить.
ясное небо простор, как тот и решительный взор высокой дали голубой, направлен стране неземной. И солнышко свет пусть вам светит в окно, и вашу семью пусть согреет оно. А если не настиг семью, спешите, спешите, спешите к утру. Всегда пусть сгорит а звезда счастливой семье молодой, но вспыхнуть она не должна, чтоб вдруг ей не стать огневой. Пусть больше горит это пламя любви и нежные чувства его полноты. А если не настиг семейному кругу, спешите, спешите, спешите к любви. Пусть больше горит это пламя любви и нежные чувства его полноты. А если не настиг семейному кругу, спешите, спешите, спешите к любви. Я принес вам хлеб насущный, очень нужный, очень вкусный. Чтобы пища идет за тело, обращайтесь с ним умело. Бережливо, экономно, пусть не скупо, но и скромно. Да умножит вам Господь, хлеб всегда Господь дает. Но не хлебом только этим, мы живем на этом свете. Есть еще другая пища, так что душу нашу ищет. Хлеб небесный, хлеб духовный, что хранит нас от бед греховных. Сил дает и укрепляет, чтобы вы его искали, каждый день употреблять. Спасибо. Я дарю вам свой Иисуса. Не забудьте повеление Иисуса. Будьте в мире с собой сами, и Бог мира будет с вами. Если ссора вспыхнет рядом, присадите кротким взглядом. Да. Мудрым словом, обращением и, конечно, обличением. Сквернословие, зло с обманом, присадайте непрестанно. Чтобы мир не разлагался, но быстрее исправлялся. Поднимай. Чтобы чистить зубы, верьте так, что Христос исцелен не будет. Для здоровья чистота есть его важнее. Сердце Божие красота. Сердце же Божие красота. Я знаю, вы любите. Это хорошее чувство. Расходите, ходите в это, что прекрасно жизнь может, и все вы принесли. Спасибо. 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 Аминь. Ну, стой, хай нас. Давай, сюда. Катя, иди сюда. Да, давай. Спасибо. Ты помнишь еще что? Давай. Дома даже надо мне чистоту восстановить. Купи что? Паса мэла. Чистоте? Чистоте чисто хранить. Я даю вам молоко и прошу, не допугайтесь от отдыха. Петра. Ибо чаще повторяйте, возлюбите молоко чистое, словесное. Почерпайте, почерпайте глубоко, только ее небесное. Давай. Подарок.
но так не потеть для молодых хозяев, чтобы чисто было вам и всегда уютно, чтобы чисто чаще вы дружно обоим. Ну а если всегда сырники зайдут, то тогда пустить они вещи найдут. Ссоры, раздражение, гнев, сразу Удаляйте. Слово Божие святым, молитвы исправьте. Я хочу дать посуду жениху, как и весе, постоянно и повсюду свой сосуд храните в чести. Победный дар покажется в жизни вы своей. Не презирайте бедности, учите дар детей. Ведь главное сокровище есть там, где моли есть. И вам это сокровище возможно приобрести, коль вы за бедных будете заботу полагать и милостыне щедро рукой своей давать. Внесли подарок, содержите его, лишь есть товар. Будет видно вам всегда, что вы правильно нужно, что красивые умы, чистыми хорошо. Многие церковь другое, что еще дороже, называется она Вышним Словом Божьим. Постарайтесь осмотреть ближнего почаще, я хотел бы тоже рассказать, что очень благодарен моим людям, которые создали эти стихи и подарили так много нам подарков. Но я хотел бы дать эту конфету еще одному человеку. Как вы думаете, кому? Это тетя Нина Ищенко. Почему? Потому что где-то 15 лет назад она составила эти стихотворения. Поэтому, тетя Нина, хочу вам дать конфету. Нежность, нежность я вижу повсюду, в ласковом шелесте трав. Белый в березках цветочка растут. Thank you.
Я буду мыть машину. Молодец. Ну, он лайк. Что там подобрал? Миша, все равно подойдет. Я буду мыть полы. Правильно. На полу карты. А я буду складывать свет. Пока я ее стираю, я ее глажу и слажу. Молодец. Я устраиваю. Я покупаю. Я буду пересаживать и убирать машину. О, правильно. А я мыть. Я буду пылесосом в доме каждый вторник, четверг и субботу. Кира сразу мне уже написала. Молодец. Домохозяйка, молодец. Я буду мыть посуду, понедельник, среда и пятница. А все остальное будет грязно. А пригодь мне в пост буду. Ну, пригодь мне в пост. Пригодь мне в пост буду. О, я буду чистить микроволновку. Микроволновки вычищаем. Молодец. А кто будет машину делать? Я буду залетать на улице. Он тебе блауэр купит. Им легче. О, это классно. Я буду ремонтировать машину. Молодец. Я буду ланч готовить. И динер, и ланч. Это хорошо. Даже добавляет и динер. Ну, она же уже вытянула. Я буду вытирать всю пыль с мебели. Молодец. А ее не будет. А в мебели не будет. Когда купишь, или уже есть? Да. Стекла. Я буду чистить стекла и зеркало. Ладно. Молодец. Я последняя. И последняя. Мне снять макровые чищи, чтобы не попалась и холодильник тоже чистить. Говори, что тебе не нравится? Я не хочу гладить одежду. Ну, это ясно. Я не хочу слазывать одежду. Да, это тоже ясно. Правильно. Я не хочу чистить макро, да? И холодильник. Ну, подожди. И холодильник тоже я. Молодец. И что еще? Еще пыль вытирать с этого, с мебели. Так это же самое легкое. Я себе отложил самое легкое. А, уже легкое отложил. Молодец. Забирай. Ирина, как ты с этим соглашаешься? Подеваться. А, я не хочу заметать на улице. Не хочу пылесосить, чистить машину и кровать делать. Oh, I like this, I like this. Значит, кровать у нас будет не застелась. Смотри, смотри, что мне понравилось. Мне понравилось ремонтировать машину, пылесосить по вторникам и четвергам, мыть машину, делать стирку по средам и субботам и горячую резину. А тебе? Мне еще нравится продеваться. Я вас поздравляю с вашим законным браком. И желаю, чтобы вы любили Господа, любили нас, не забывали нас, приходили к нам в гости, трудились для Бога. И любили своих родителей на Аляске тоже. Приезжали к ним в гости. И также в церкви, чтобы у вас какой-то труд был, что-то полезное приносили, какие-то плоды в Господу. Ну, я желаю своим деткам обильных Божьих благословений, чтобы они никогда не могли быть холодны, чтобы Бог их согревал, любовь их возгоралась и сила Божья пребывала в них. Аминь. А я со своей стороны, как мама, я бы хотела, чтобы они всегда были настоящими христианами, чтобы они любили деток, любили деторождаемость, чтобы страх Божий сопровождал, чтобы всю свою жизнь они старались проводить в труде, не только в таком физическом, но свой отдых находили больше на коленях пред Господом. Я знаю, что это залог благословения. Thank you.
не написано лучше романа, и не снято такого кино. В моей жизни хочу вам признаться, совершилось событие одно. Полноценным вдруг стал человеком, половину свою я нашел. Нету лучше ее на всем свете, мою жизнь будто праздник пришел. Полноценный простой человек, половину свою я нашел. Нету лучше ее на всем свете, мою жизнь будто праздник пришел. Ирина, милая, Ирусинка, Иришка, через мой кисленький сладенький порог, и ты бесцельно дороги не слышишь. Я так люблю тебя, мой ангел земной, и узнаешь, как ты раз моя любимая, сосуд моей же чистый сердце человек. И так нужна моя, как милая, Миша, с тобой душа моя повешена на дне. Кому мою, наш кораблик земли будет плыть. Нарожаешь ли любви матроса, или те, кто ждет, может быть. Все теперь пополам и сборы, снова скушит умами дожди. Не разделись с тобой, дорогая, лишь откроет на солнце любви. Все теперь пополам радость горе, снова стужи туманы дожди. Мы разделим с тобой, дорогая, лишь откроем на солнце любви. И на милая Ирусинка, Иришка, и из моей семьи сладенький порог. И ты бесценный на дорогах и не слышишь. Я так люблю тебя, мой ангел.
Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. Comme une vague blonde, tu m'emportes déjà.